Sun Queen's children. She brought us here for a reason. I know you want your freedom. I know you want to escape this place. But to do so, we must release our queen. Like us, she is a prisoner. If we can free her, we free ourselves! This girl, she carries the blood of this land. She could be the key. The ritual of flames will show us the truth. Himiko, you are the first and the last. Speak to us now! You killed our brother! Now I'm gonna kill you! This is for Vladimir, outsider! Enough! Dmitri, Nikolai, bring her to me. Every creature in nature will turn and fight when its very survival is at stake. So don't think I don't understand you, girl. I've just been doing this a lot longer. Ready yourself, brothers! Our queen is about to speak! Speak to us, Inigo! Speak to us! Just look at me. Look at me, okay? She's the one. Soon, my brothers, we will be reborn! Take her to the throne room. Your fight is over. Natural gas. Probably flammable. Assign a job, a purpose in the Solari. As long as Matthias continues to prove his spiritual connection to the Sun Queen, they will fall in line and believe. Initiation to the Brotherhood is brutal. We need to destroy their humanity so that they in turn can be inhumane.
New recruits are thrown into the depths of the caverns, are left to starve and fend for themselves for days, sometimes weeks. Those who make it out alive are welcomed with open arms. I still can't explain what kind of power Matthias has tapped into, but I don't care anymore. We're never getting off this goddamn island. Some days, I'm convinced we're all in hell already. God knows with the things we've done, we might as well be. Что ж, ребятки, всем привет, с вами снова я, Артём. Продолжаем проходить Tomb Raider 2012 года. И у нас, в общем-то, часть номер 10 под названием «Пещеры». И, в общем, мы сейчас будем наших друзей уже так или иначе спасать. Локация, на самом деле, да, довольно интересная, потому что здесь у нас, в общем, все оружие отбирается на момент, вот, пока мы, в общем-то, в ней. И, в общем, здесь у нас есть, в общем-то, такие вот испытания, как поджигатель. Соответственно, да, все мы тут, как обычно, с вами, естественно, найдем. Вот, но основная надежда здесь у нас только на наш лук. На самом деле, стрел здесь дается довольно мало, поэтому тоже надо аккуратно очень с ними. Грубо говоря, их надо будет экономить нам. Вот, по поводу этого испытания, да, нам здесь надо поджечь 6 мешков таких, я там не знаю, что там у них вообще находится. Вот, но факт остается фактом, то что их нам надо именно чтобы поджечь. Вот Мэтиас этот, он, конечно, уже совсем, по-моему, с катушек съехал. Так, еще здесь у нас вот такие вот места, правда, с этим, с газом, с взрывающимся, который нам помогает. Как прям вот сколько мы всех выкашивать. Так, здесь у нас, по-моему, наверху должен, да, первый мешочек этот висеть. Так, вот тут у нас есть стрелы. Стрелы здесь, я так понял, что они обновляются. Это, на самом деле, очень так это полезно. Так, вот у нас первый мешок, грубо говоря, готов. Так, здесь у нас, по-моему, только ресурсы лежат. Вот здесь же, да, здесь же у нас, по-моему, только ресурсы, да, лежат. Да. Ресурс, кстати, тоже, да, нам, как оказывается, нужно это так довольно сильно собирать. Потому что я вообще сейчас записал, если что, еще следующую часть. И, как казалось, здесь, на самом деле, довольно много еще нам уже прокачивать именно по оружию надо. Я еще думаю, что... На самом деле мы там вообще почти что все уже с вами прокачали, что нам надо из оружия, оно на самом деле нифига. Оказывается, что мы можем прокачать на самом деле. Так, давай, бить, хорошо. Так, здесь у нас еще ресурсы и еще тайничок. Первый. Так, и еще здесь у нас есть мешочек на самом деле один, вот тоже вот. Ну, мешок. Для мешка нам бы эти огненные стрелы. Вот огненных стрел у нас сейчас нет с собой. Уже. Если даже где-то подумал, как мы будем обратно тут возвращаться. На самом деле там этот, через газ можем прорваться просто. То есть там слегка так это чуть правее есть. Большая такая дырочка, куда вот можно, да, пролезть. Так, вот они тут, конечно, кошмарят-то людей, а? Ты гляди прям. Второй тайничок. Вот у нас, кстати, еще один мешочек. Так, и, собственно говоря, вот и стрелы. То есть я говорю, да, они здесь у нас возобновляются. Здесь у нас еще, кстати, есть три артефакта в пещерах. Соответственно, все мы их, естественно, с вами, как обычно, найдем. Здесь у нас вот первый лежит. Looks to be early 18th century. I remember black silk fans were used when conducting funeral rites for nobles. Сейчас пойдем за мешком, за вот этим вот здесь, который за газом, за вот этим вот спрятанный.
Давайте уже. Вообще, что-то как-то вот с этих вот с двух серий, то есть вот которые вот это вот и следующее, мне что-то как-то игра внезапно начала нравиться. Очень так внезапно. Потому что я что-то думал, что мы тут вообще всю игру будем, не знаю, там по джунглям, типа того, да, ходить, там все такое. Вот, а здесь как-то, я не знаю, с половины игры, как-то, не знаю, сюжет более-менее такой начинает весь появляться в игре так или иначе. Вот с Мэттисом там тоже, да? Интересный такой дядька. Ну, конечно, да, здесь у нас, что сценарист, по-моему, это опять же, это, да, Рианна Пратчетт, насколько я знаю. То есть, вот это, если что, сценаристка сейчас, которая делала, по-моему, еще этот самый Rise of the Tomb Raider. Соответственно, этот Shadow of the Tomb Raider, еще, кстати, Вора 2014 года, да, она тоже сценаристом там была. И вообще во всех вот этих вот играх, сейчас мы перечислены, там сюжет такой себе. То есть, как бы, там главный герой, он, грубо говоря, совсем не таким, каким он был показан в оригинальной трилогии. Да, показан, так или иначе. Look, I'll go check it out. You can stay here. Thanks, brother. Так, давай сейчас мы тебя завалим, дядя. Пустовод, который туда ушел, я, наверное, его трогать не буду. Вот, вот тебя мы сейчас, наверное, все-таки завалим. Угу. Нормально. Так, ну не. Ну нафиг. Он нам особо сильно не мешает, правильно. Поэтому, в принципе, можно и обойти. Так, вон там у нас. Здесь раз. Господи, боже мой. Подать мне вар будем? Сегодня или нет? Корючка, а? Как будто вас тут жгут вообще всех. Alicia, honey, I didn't want to write this, but if I don't do it now, I might not have another chance. Your mama got herself into some trouble, and I might have to be gone for a very long time. I don't know when or if you'll ever read this, but I want you to know I fought for you. Everything I did in my life was for you. All the time away, all the money I saved, all the sacrifices. I'm sorry for everything you're gonna have to go through without me. If I don't make it back, find Conrad Roth. You've never met him, but he's the best man I've ever known, and he's your father. You have his eyes. You're the light of my life, and I love you more than anything. Так, здесь у нас... Кстати, здесь у нас, да, здесь у нас находится карта вообще вот в этой вот именно области пещер. Поэтому карту нам надо тоже, конечно же, взять с собой в идеале. Еще ресурсы. Еще лежит артефакт с
стрелы. Так, за артефактик. A fan made for a special occasion. Probably a wedding. Doesn't look older than a few years. Еще ресурсы, соответственно. Вот здесь я, да, тоже долго не понимал, как мне добраться до карты надо, но оказалось все довольно просто. Здесь, оказывается, надо было просто по тем лесам забраться наверх. Ой, там, соответственно, наверху уже у нас как раз эта карта и лежит. Hey, what's going on down there? Oh, hey, Nikolai sent us down. We're here on orders. Some of the important... Так, ну, ребята, давай-ка в стел своим поиграем немножко. He wants one of the prisoners. The new one we just brought in. All right, show me. Then we'll bring him up to Nikolai together. Yeah, sure. Да-да-да-да-да-да. Конечно же. А хотя, знаете, нафиг весь этот стелс ваш, правильно? Я тоже думаю, что правильно. Да чего вы так все орете-то, господи? Не, что мне, там тихонечко так взять, там умереть. Где у вас тут, ребят, что это самое подкрепление все ваше? Не понимаю вообще. Неужели вы тут соло все хотели меня тут одного завалить? Так, и вот здесь, да, здесь у нас как раз лежит карта пещер. И, соответственно, вот, да, здесь у нас все уже отмечено. Ну, соответственно, все тайники, да, все артефакты. А единственное, что только этот самый испытание у нас здесь, да, не отмечаются, как обычно. Так, все остальное у нас, естественно, есть. Давай тоже сейчас, да, естественно, подберем на предмет ресурсов. И здесь у нас вот еще один мешок. Угу. Так, крыска. Восемь деталей с крысы упадает, офигеть. А, еще один мешок. Это у нас уже пятый. Давай все-таки в стол все это завалим. Хорошо. Вот вам императрица солнца, ребята. Так, еще один мешок здесь вот у нас. Ага. Так, еще два у нас, да? Угу. Так, еще вот на тебе. Документ очередной. Years pass, and I now hear her whispers in my sleep. It is the Sun Queen. She is urging me on. I see her magnificent face with every sunrise. Soon now. My Solari toil in her name.
building a city from all that she has brought to the island, torturing and sacrificing in her name. Soon now, we will find the one. I long for escape, but not simply from this island. From all of this, the wrecks, bodies, and squalor. If I can bring my queen back, it will all vanish in an instant. And like the sun rising anew, she will bathe all the land and seas with her light, burning away everything. I will emerge from this scorched earth, reborn and pure. Mm-hmm. Еще один есть у нас артефактик, здесь у нас еще ресурсы лежат. Century folded fans were often inscribed with poems. Это, кстати, последний у нас здесь, да, артефакт из трех. Так, и, в принципе, на этом все, да. Все здесь у нас собрано. Ой, и, соответственно, идем тут дальше. Здесь нам надо сейчас развернуть вот это вот. Что это такое-то? Жаровню вот эту вот, типа того, да? Я так понимаю. И ее надо будет еще подбомбить вот этим вот именно взрывом. Который у нас с этим самым с газом. И, соответственно, она у нас пробьет вот те вот двери. Так. Надо. Ага. Так, и. Нет, надо все-таки. В нее все-таки, да, похоже, стрелять. И проходим, собственно говоря, дальше. Ох, ё. Вот у нас как раз таки наше место, где у нас как раз таки наши друзья и висят. В общем, как видите, да, вот им вот обломка самолета. Так, еще кто? Так, вон там еще один, по-моему, да, остался. Ага. Так, ну ты, господи, ты почему что с первой стрелы-то не умер у меня? Еще выглядываешь такой весь красивый. Ничему жизнь не учит. Совершенно. Ничему. I had some help. Grip? Yes. He didn't make it. I didn't think anything could take that guy down. He went out swinging. Gave me a chance to get to you. Look, there's a rescue helicopter on its way. I know they're keeping Sam separately. Have you seen Whitman? Guess he didn't make it to the guest rooms. Mr. Showbiz probably weaseled an upgrade. We'll find him. And Sam too. But we're not gonna do anything from up here. I'll find a way to get you out. All right, let's try to loosen this thing up. Come on, guys, again. Okay, ready? Jump! It's no use, Reyes. Ready? Jump!
Так, здесь, наверное, тоже надо учить нам подорвать такое, да? Sun Queen, the ancient ruler of Yamatai. You gotta be kidding me. You mean this is Yamatai? Yes, it would appear so. Well, ain't that something? We found the damn place after all. Just wasn't what we expected, eh? Understatement of the year. Sam's involved somehow. Their leader thinks he's some kind of key. И все это дело сейчас подорвать. И дрянифини, как обычно. Как у нас Лара умеет, так и мы с вами, да, тоже умеем. Так, здесь нам сейчас надо будет на вот эту вот часть самолета, грубо говоря, да? Я помню, что это часть самолета, да, какая-то? На нее надо будет сейчас запрыгнуть. Собственно говоря, на ней надо разбираться, что нам делать дальше. Okay, now what? The other counterweight. It's locked. Ага, окей. Понял. Значит, тут надо быстро. Так вот. Okay. I got you, girl. Thanks, Jonah. That was close. Oh shit, we have a problem. Grab hold of something! We lost the cage floor! Put down, man, we lost all the fucking floors! We gotta get out of this thing! Oh crap, this is bad. Laura, you be careful out there! Watch where you stand! Shit, it sounds like the whole mountain is going up. Ну и что я вам хочу на этом сказать? Я, наверное, на этом буду все прощаться, ребят. С вами был я, Артём. Ставьте большой подписчик, вступайте в группу ВКонтакте, рассказывайте о канале друзьям. Добавляйте видео, узнанное, комментируйте. Все это, как знаете, очень сильно помогает каналу развиваться. Так что всем, ребят, большущее за все, как обычно, спасибо. И всем, ребят, на этом до свидания. Всем, ребят, на этом пока. That was close. Lara, it looks like there's a way out on this side. Okay, then go. I'm going in to get Sam and Whitman. Good luck. Keep safe, Lara. Come on, let's move. Across the bridge. The chopper's gonna be injured. Laura's still looking for Sam and Whitman.